GTA несколько месяцев назад ворвались на рынок и стали завоевывать сердца людей. Притом даже тех, кто раньше не признавал баки ни в каком виде. Если бы мы называли этот класс устройств по-русски, то можно было бы смело говорить о них как о дрипкобаках. Сегодня мы сравним два схожих по конструкции и возможностям устройства от CoilArt и Limitless. Limitless Plus RDTA — это растолстевшая версия оригинальной разработки от iJoy. Немного изменился внешний вид, теперь доступно огромное количество расцветок, а еще верхнюю часть заполонили огурцы с рубашек. Это отличное решение для любителей красоваться своим сетапом. Но если вы не любите оляпистые девайсы, то тут на помощь спешит Azeroth от CoilArt. Его диаметр всего 24 мм, а объем бака меньше — стандартные 4 мл против 6,3 в Limitless Plus. Да и дизайн более минималистичный, хоть и включает пару позолоченных частей. Но вот расцветку, кроме как черную, найти не получится. Комплектация у обоих устройств очень богатая. Запасные части есть на любой случай жизни, но в каждой коробке свои фишки. Если у Azeroth это два варианта широких дриптипов и плоский переходник под 510-й коннектор, то у Limitless это тонированное стекло для черных устройств и фьюзды, которые можно поставить прямо после покупки. Теперь о стойках. У Azeroth это гоноподобные прижимные площадки, а у Limitless Plus RDTA видоизмененные Velocity Style стойки с титановыми винтами. Оба варианта позволяют поставить абсолютно любые намотки. У Limitless разве что фиксация чуть удобнее. С обдувом тоже интересно. У Azeroth обдув напоминает Troller D от Watofa. Это три наклоненных отверстия, которые регулируются при помощи топ-кэпа. Комфортнее всего парить при двух открытых и мощности в 120 Вт. Пар получается мягкий и очень насыщенный. В Limitless более классическая и точная регулировка. Но вот тяга при полностью открытом обдуве чуть менее свободна. Чтобы Azeroth и Limitless выдерживали 120 Вт и больше, нужно правильно укладывать вату в бак. Распушите концы ваты и уложите их к самому дну. Тогда CoilArt высушится до последней капли, а вот у Limitless останется небольшое количество жидкости на самом дне. Преимущество этих устройств заключается в производительности, удобной установке намоток, регулировке, которая позволяет ощутить вкус как на обычных микрокойлах, так и при массивных фьюз-клептонах. И все это без постоянного докапывания. В итоге мы скажем, что Azeroth отлично подойдет любителям лаконичного дизайна и относительно компактного размера, да и при желании его можно использовать с мехмодами на 24 мм. А вот Limitless Plus станет идеалом для тех, кому постоянно нужно больше и лучше, но при этом хочется выделиться необычным внешним видом, особенно при наличии других продуктов одноименной компании. Мы благодарим Vape Tiger за предоставленные устройства. Подробные обзоры, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях.